Всем привет, и сегодня я буду играть в Майнкрафт. Серии очень редко выходят, конечно, но постараюсь уже выпускать их чаще. Давно не было у меня на канале Майнкрафта. И последней серии было то, что я нашел здесь и портал в Эндермир. Конечно, мне нужно еще поубивать эндерменов, чем я и займусь в этой серии. И нужно найти вот эту шахту. Ну, сам портал надо найти. Так, иду сделаю кирку себе и лопату. Надеюсь, надо будет недалеко копать. Сейчас я попытаюсь убить эндермена. Вот он. Он мне ничего не сделал, это я в воде. Так, вот он там. Чё это он ушел? Так, идет. Вот он. Но он опять куда-то ушел. О. Из него ничего не выпало. Спасибо. Я пока ищу крепость, то я нашел железо. Оно мне пригодится. Конечно, кирка сломалась. Я не знаю, вряд ли еще ниже будет оно. Я сейчас еще раз кину, просто не знаю, я уже очень долго тут копаю, все перекопал. Не знаю, я не могу никакой крепости найти. Вот туда. Показывает, что сюда надо. Я только что здесь убил утопленника, и мне выпал трезубец. Вот. Вот это мне повезло. Но плохо в том, то, что я до сих пор не нашел крепость. А
Вот это хорошо. О, наконец-то! Да, это наконец-то я нашел. Да, наконец-то я нашел эту крепость. Теперь осталось еще портал найти. В смысле? Это типа вся крепость? Где портал? Я что-то этого не понял. Или надо куда-то сюда или сюда покопать. Или сюда. Ну, не знаю, напишите в комментариях. Ну, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока.